Воздухом вдыхаю атмосферу. На первый взгляд я вроде бы здоров. Но это лишь на первый взгляд, наверное. На самом деле я давно болею. Уже давно я одурманен лихорадкой. Открытость ко вселенной я не имею. Как заразить других? Вот тут загадка. И в поисках ответа на вопрос все путешествую. И раз за разом встречаю тех, кто параллельно рос, имея в то же время схожий разум. И зараженных вижу я повсюду. Вы, кстати, можете симптомы записать. Улыбка до ушей и вера в чудо. Открытый взгляд и честные глаза. Чем дальше от места, где я родился, тем глубже внутри себя чувствую дом. Дом — не то место, где хлам твой хранится. Дом — это место, где звучит он. Он и снаружи, и внутри сразу бесконечен, словно мгновение сейчас. Осознание, что каждый из нас с каждым связан, является истинным домом для нас. Мы придумали страны, их в сущности нету. Хватит общую землю делить. Естественней жить нам единой планетой. Естественней нам друг друга любить.